Новый 78-й театральный сезон. Спектакли «Чайка» и «Женихи» готовят павлодарские актеры для публики осенью. Стартовали с мюзикла «Дубровский» по роману Пушкина. Чем еще удивит новый сезон, узнавал Артур Поляков. Как рассказывает руководитель драмтеатра Виктор Авакумов, 78-й театральный сезон обещают сделать интересным. И не зря стартовали с мюзикла «Дубровский». Он имел большой успех в прошлом сезоне. Очень символично, что именно это произведение показали первым, считает Виктор Валентинович. Уже 14 октября состоится премьера спектакля «Чайка», который будет ставить наш московский режиссер Игорь Меркулов, который автор вот этого спектакля. А в ноябре месяце «Свет рампы» увидит премьера спектакля «Женихи» по пьесе Сергея Белова. Затем мы сосредоточимся на новогодних мероприятиях для детишек, которые проведем активно до 6 января. До конца сезона будет еще 3 новых спектакля. В течение года каждый месяц актеры драмтеатра будут радовать зрителей интересными работами. Мой персонаж – это офицер, который приезжает к отцу, который болен, который умирает. И в итоге у него на руках умирает его отец, и он мечтает отомстить за смерть отца. В итоге влюбляется в дочь своего обидчика, и любовь, морковь, все дела. 78-й сезон будет необычным для зрителя, обещают актеры театра. Павлодарцев ждут психологически сложные спектакли. Артур Поляков, Алексей Мехедов, Иртыш Акпарат.